Всем доброго времени суток. У меня возникла такая проблема. На выводе шланочки с бака в смеситель. Вот я открываю кран, вот видите, идет утечка воды. Здесь на этой стороне утечки нету. Ну, скорее всего, вся проблема в прокладке. Вот надо все открутить и поменять прокладки. Значит, приступаем. Для этого нам понадобится шведский номер. В первую очередь нужно перекрыть воду на воде. Остаток сливаем. Это для того, чтобы не было давления никакого. То есть, когда мы откроем, раскрутим кран, чтобы вода не начала брызгать по всем концам. Нам понадобится шведский номер. Откручиваем. Так, значит, экоцентрик придерживаем ключом на 17 и откручиваем. Собственно говоря, нехитрыми движениями кран снимается, открывается. И, собственно говоря, вот видите, вот прокладочка. Вот эти вот две прокладки нужно поменять. Я еще хочу поменять экоцентрик. Вот он включен в муфту. Значит, нам нужно ключ на 17 придерживать экоцентрик. Вернее, крутить экоцентрик и придерживать газовым ключом. Вот первый номер у меня. Саму муфту. Закручиваем экоцентрик. Я предварительно намотал уже здесь лентофум. Так, хорошо. В данный момент нужно ставить прокладку. Берем шестигранник и закручиваем. Теперь, собственно говоря, одеваем сам смеситель в этот центрик. Так, я закрутил соединение все. Сейчас оно стоит на месте. Открыл воду сейчас и проверяем на утечке, если у нас утечки или нет. Все нормально. Тоже все нормально. Открываем все краники, что у нас есть, проверяем. Закрываем воду. Утечек никаких нету. Ну, в принципе, на этом все. Если видео понравилось, палец вверх. Если видео было не полезно и не понравилось, дизлайк. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всего доброго. До новых встреч.